сел, пойдем, нет времени. Сейчас, Макс, включай камеру. Стой! Убежать! Выстрел? Откуда? Что случилось? Вам что надо? Что надо? Да стой! Это не наше. Да отпустите его! Вы что делаете, блядь? Держи его, держи, держи! Съебаем, съебаем, съебаем! Ребят, всем привет! Кто давно подписан на мой канал, знает, что у меня есть серия видео, связанных с маньяком в лесу. Там абсолютно две разные истории, и отснято было 5 частей. Но в них ничего особого не происходило, мы просто приходили со школьниками, снимали его и убегали от него, чтобы, ну, естественно, не подвергать никого опасности. Однако, благодаря вам, вашим комментариям и вашим сообщениям мне в личку, я решил все-таки поймать этого чувака в маске и попробовать снять с него маску и поговорить, что он, кто вообще и для чего он, ну, так агрессирует. Для этого я позвал своих друзей. И на самом деле видеоматериал уже отснят, то есть мы уже сходили туда, все отсняли, и сейчас я записываю это начало уже после того, как все произошло. А произошла там одна интересная ситуация, которая вообще никак не связана с тем чуваком в маске. Кстати, забыл сказать, что у нас была еще одна мотивация, это прийти и забрать ствол, который я выронил в последнем видео. А перед началом видео поставьте лайк, подпишитесь на канал и желаю вам всем приятного просмотра. Ну а я пока пойду сделаю ставочку на 1xbet, потому что сейчас это самый надежный букмекер, плюс там всегда высокие коэффициенты и быстрые выплаты. Так если его реально встретим, что, будем пытаться его реально поймать? У меня есть вот такая штука. Ну это понятно, бита. Ништяк. Че, тогда? Я ему скажу, снимай маску. Ну сначала, да, сначала нужно только ствол найти, который я выронил. Потом уже... Тогда ствол, да. Мама, я в телевизоре. А что, ты говоришь, знаешь, да, вот эти все места? Да, я знаю все эти места. Я здесь тренировался. Тренировался? Раньше, ну, я занимался вот паркуром, там бегал по всяким опушкам. Любил прыгать с отрухи. Блядь, все детство, то есть я провел в лесах и на всяких стройках. Ты говоришь, тут недалеко военной базы ведь, так? Ну, есть такая, да. Ну, и ты прыгал около военной базы. Да, ну я туда... Тут еще куча говна какого-то, которого не пройдет. Ну вообще ты, здесь, да, грязно. Почему ты выбрал такую погоду для маньяка? Потому что маньяк мне нужно ствол достать, потому что потом, не знаю, мне кажется, можем не успеть. И так уже, может, его нет там давно. Так а что, ты, говоришь, занимался, не боялся, получается, один в лес ходить, или ты с друзьями нет, ходил? Конечно, нет. Почему? Я всегда один, мне нравилось одному. И тебя, слышал, ты не очкал, конечно, что там слухи всякие? Нет, я слышал про всякие слухи, дичь вот эту. Ты где хоть ствол выронил? А, ну вообще недалеко отсюда уже. Тут будет такое, знаешь, огромное-огромное дерево, но упавшее. Огромное-огромное дерево, я знаю, да. Ну вон, вот, вон, по-моему, видишь, недалеко. Много. То ли вот это место, короче, либо дальше еще там тоже будет. Далеко, что ли, еще? Нет, вот, все, точно оно, вот эти вот бревна. Ну, по идее, где-то здесь должен быть. Здесь просто тупо в листьях он, если. Вот именно прямо около тупенька уронил. Да, около тупенька. Ну, ты видел вообще видос? Хоть тут эту часть, момент, когда я выронил. Нет. Из-за этого я согласился прийти сюда. Юрец, ты сейчас упадешь. Может быть. Походу, реально ствола нет. Ты плохо искал. Я вот смотри. Я не знаю, но здесь мы уже все листья, по-моему, подняли. В этом месте. Да с чего ты взял, что он тут будет лежать? А вообще, по сути, тот чувак мог его и схватить, да? По идее. Просто он побежал когда, то есть он, ну, а может быть, просто не заметил. Ау, привет. Сейчас Юрец добазарит, слышишь? Дай ствол. Не верит, обиту взял. Ага. Юрец, если ты не веришь, зачем ты обиту взял? Он сказал. Говорит, Юрец, там все это на серьезных щах. И... Ну, я так подумал, что это будет весело. Ну, будет весело. Ну, ты же говоришь, что, типа, это бред, зачем ты обиту взял. Позже всего сказал. Стой. Че? Тихо, тихо, тихо. Че, че, че? Не мерещится, да? Где? Я что-то не понял. Погоди. А, в натуре, слышишь? Пойдем тихонько. Блин, если у него ствол мой, слышь? Нет. Давай. Так, сейчас. Он собрались. Пош... Собрались. Ты пранк, да, снимаешь? Нет, я не снимаю пранк. Я, ты что, ты пранк, 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 да? Снимал? Сколько? Нет, подожди. 5 выпусков пранка снимал, сделал, вернее. Да? А нахера тогда ты мне сказал? Чувак, мы просто пошли снимать, я просил помочь это, если чего, блин, это мне ствол достать, который я выронил. Стремный Юрец теперь стало. Маньяк. Вообще не стремный. Достань мой паспорт в кармашке в обложке. Снимай. Стой, только не перематывай. В общем, я недавно создал свой YouTube канал, и для того, чтобы хоть как-то набрать начальную аудиторию, я решил заказать рекламу у Сани на канале. И в качестве благодарности за вашу подписку я решил устроить очень классный денежный конкурс. Дальше Санек вам расскажет про него сам.
Ребят, хочу порекомендовать вам канал своего хорошего друга. Кирилл, он отличный парень и снимает классные видео. И сейчас он решил устроить конкурс за подписку на его канал. Он прислал мне 5000 рублей, и я разыграю эти 5000 и отправлю каждому по 1000 рублей. Для того, чтобы выиграть конкурс, вам нужно будет перейти по ссылке в описании на последнее его видео, нажать подписку на канал, поставить лайк и поставить плюсик в комментариях. Естественно, я буду проверять победителя на выполнение всех условий. Я думаю, вам не сложно будет перейти на канал, подписаться, поставить плюсик в комментариях, и зато каждый из вас получит шанс выиграть 1000 рублей. А военная база в какой стране, Юрец? Да, 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 видел. В какой стране военная база? В той. Что, тут скользко. Довольно-таки, да. Погоди, самое главное, чтобы у него ствола не было, который я вырвал. Санек. Че? Блять, в натуре он стоит. Ну куда его сниму? Слушай, он дальше пошел, Юрец, он дальше пошел. Ой, смотри. Хочешь, давай упор поймаю. Там чувак опять отстоял. Ай. Короче. Давай я попробую догнать его. Сейчас будем попробуем. Вон он. Да, да, да. Блин, я его из виду потерял. Так, я снимаю. А что ты хочешь? Ты снимай сам. Нифига себе. Ты себя будешь выкладывать, Юрец? Я на РНТВ это выложу. Куда он сейчас опять? Ты первый шел. Я первый шел. Ну, куда он сейчас? Пойдем там, а? Не видел. А вот он. Дай Макс бить. Стой! Стой! Бежать! Где он? Где он? А? Там скользко же. Его опять не видно. Ты что, не видел, в какую сторону хотя бы повернул? Вот здесь он где. За деревом? Сейчас, погоди, дай я дышу, да? И потом еще раз. И точно со второго раза дыхаю. Нет, это круто. Мы уже на территории военки? Нет, это еще там вот подальше. А, ну почти подошли? Почти. Она заброшенная, да? Или нет? А, ну, насколько я знаю, она вроде бы когда. Но я не думаю, что туда надо идти. Я думаю, вообще части, они охраняются все равно. Mm-hmm. Вот, и сколько бы там человек не было в части, не служило, все равно лучше не стоит как бы на территорию заходить. Понятно. Да ладно. Мак, тихо. Давай я с левой стороны с Юрцом пойду. Слышу. Макса, а мы что, хватаем его просто или что? Давай обойдем вокруг. Тихо говори, тише, он сейчас узнает. Вокруг. Макс уже близко подошел. Блин. Выстрел! Откуда? Блять, это что было? Что за херня, ты слышал? Откуда выстрел? Стой! Откуда выстрел был? Ты слышал эту херню? Да слышал, блядь. Откуда выстрел, блядь? Да что, чуваки? Где? Ирец, это могут быть военные? Нет, чувак, в гражданке да. Вроде. Один. Да, что за сумка там была? Не знаю. Судаки. Че? Гуляем. Гуляем. Что случилось-то, ёб? Мы гуляем. Стой, 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 стой. Вы что, что случилось, пацаны? Что хотите-то? Что случилось-то? Вам что надо? Что надо-то? Да стой, 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 успокойся. Вообще, кто такие, история, блядь? В смысле, кто такие? Какая военная? Дальше же, нет? Военная база? Юрец, дальше же военная база. Стой, стой, стой. Отпусти его. Отпусти его. Нет. А кто он? Кто с кем с ним? Зачем он вам нужен? В смысле с ним мы? Мы с ним, он зачем? Это не наше. Да отпустите его. Вы его перепутали, наверное. Какие данные? Какие данные? Вы его путаете с кем? Мы только подошли. Нет, это не он сидел только что. Это другой чувак сидел же. Какой другой? Вы что, не видели? Он побежал в ту сторону. Вон в ту сторону побежал. Он в маске, долбоёб же должен быть. Где у нас маска? Какой долбоёб в маске? Вы только что, блядь, вы что, не видели, он только что здесь был. Это не наш. Это вообще не наш рюкзак, что в нем? Не ваш, что лапшут не наш здесь. Да вот мы вообще оттуда подошли, вон чувак в ту сторону побежал. Чувак, ты думаешь, мы слепые, что ли, нахуй? Видос покажи, блядь, только что мы его засняли же. Блядь, точно, давайте я вам видос просто покажу. Документы не забирается. Пойдем, сейчас с нами пройдет. А куда? А нахер ты отдал паспорт? Паспорт, да, паспорт, стой, 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 да это не он был. Тихо, вы что, пацаны? Да какой базе, слышали, мы не мы были. Я тебе говорю, сейчас он тебе видос же показать может. И что? Ты вообще в гражданке. Ты даже не в форме, ебать. Ты вообще в гражданке, у тебя нет никаких этих даже на... У тебя здесь вообще ничего не набито даже. Я даже не понимаю. И что? Ты вообще без формы. И что? И то. Давайте мы свои показываем удостоверение. Да, мы биту заберем и уйдем. Мы вообще-то снимали другой момент. Пойдем, а человек этот, это нужно, другой. Там, нужно. Там. Это его портфель, рюкзак не наш. Если вам боятся, мы сейчас пробьем вас по базе. Если это не вы, тогда все нормально отпустим. Стой, стой, стой! Что мы делаем? Вы что делаете? Сука! Отпусти! Отпусти, сказал.
блядь! Вы чё? Блядь! Чё, погнали? Погнали, погнали, Юрец, съёбаем нахуй! Съёбаем, съёбаем, съёбаем! Выстрелы! Он по нам стреляет, нет? Сейчас. Дай знать передохнуть. Тихо, нагнись. Ты слышал, он стрелял. Только я не понял, куда, по нам или нет. Надо Макса искать. Надеюсь, он бежал. Что, Зен, ты видел, у него нашивок никаких не было? У него никаких нашивок не было. Он не может быть военным. Вообще не понимаю, что ты... Но это военная территория была. Ты убежал? А? Блять, они сейчас нас ищут. Ты вообще, ты вообще знаешь, где мы находимся? Да, видим. Я здесь, Шмия. Я ебал, ты свалил, да? Смотри просто. Он военный. Как нам выйти отсюда вообще? Нам идти еще хер знает сколько теперь, хер знает куда. Я заблудился, кстати. Я тоже заблудился, я не знаю, где мы. Все хорошо. Нам туда, наверное. За мной здесь просто еще. Налево, наверное. Я тебе звоню. Ты, походу, еще бежал, да, дальше? Он за нами вообще же не бежал почти. Он за нами бежал? Он, по-моему, упал. Тот за мной вообще пиздец гнался долго. У него форма без нашивок, я не понимаю. Юрец, это же территория военки, здесь могут быть военные, но почему у него форма без нашивок была? Я вообще не понимаю, кто это. Это военные, это ебланы какие-то, вы что угораете? Да я и говорю, это не может быть, что военные. Откуда не... У них ствол тот был. У них ствол и форма, все. Я вообще не понимаю, что это за цирк был. Один маски, двое еще просто. Что-то, Юрец, ты веришь во всякие тупые истории? Я лучше промолчу. Когда все пойму, осознаю, что за херню ты сотворился. Ну, дашь мне кадр хотя бы конец, чтобы я... Дам, конечно. А то просто прерывать. Ты будешь это видос делать себе на канал? Ну, возможно, сделаю, я не знаю. Это просто бред вообще какой-то. Что происходит? Я слышал как минимум два выстрела, когда мы убегали, когда мы жили. И второй раз, когда он стрелял, не видно было его нигде. Он, получается, просто в воздух стрелял. Что дальше? Юрец, куда дальше? Не, по бутылкам же, по-моему. Да, блин, куда? Сюда пойдем. Ты уверен? Да. А сейчас прикинь, мы их на выходе встретим. А сейчас стемнеет. Сколько? Сейчас стемнеет, нам нужно быстрее уходить. Нам еще идти полчаса, наверное, до машины. Охреневшие типы. Файлы у них какие-то с военки убрали. Какие военки? Быдланы какие-то. Да они чушь какую-то затирают. В общем, ребят, такой получился видос. Сами видели, там произошла какая-то дичь. Вообще непонятно, кто это, что за чуваки, почему один из них был в военной форме, хотя у него не было никаких нашивок. В принципе, это реально уже начиналась территория военной базы. То есть там неподалеку находилась военная база, и вот эта территория леса, она уже была охраняемой. Но было довольно странно, что у них не было никаких опознавательных реально знаков, то, что они военные. Потому что форма — это все фигня, еще раз повторяю, что у них не было никаких нашивок. Однако у них было оружие, и было слышно как минимум 3 выстрела. В общем, если вы хотите увидеть продолжение этого видео, чтобы мы пошли и разобрались, кто это такие, то давайте наберем 7000 лайков, мы попробуем собраться, организоваться более по-серьезному, и уже пойти в этот лес разбираться, за что они нас так сагрессировали, что за данные воровал у них тот чувак в маске, и кто он вообще такой. В общем, давайте 7000 лайков, и будет продолжение.